Здравствуйте, сегодня 13 день месяца Элул. Мы очень любим сюрприз в жизни. Почему? Потому что сюрприз это как чудеса, что-то неожиданно. И когда мы хотим получить что-то, вначале надо ему давать. И поэтому я вам предлагаю сегодня делать сюрприз для кого-то. Да, так это приятно получить что-то неожиданно. Больше, чем, окей, я ожидал и получил. И мы так получаем наслаждение, что не ожидали получить и получили. И поэтому, если мы хотим в месяц Элул и после Нового года получить много сюрприз в жизни, надо им давать. Поэтому сегодня подумайте о близкого человека. Что ему можно давать? Как ему можно делать сюрприз? Может быть, ваша жена, муж, сын, дочка, близкий друг, мама, папа. А можно делать сюрприз не только для одного человека, можно много сюрпризов. Чем больше, тем лучше.